Здравствуйте, вы на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как включить функцию «Закрывать теги Markdown» в программе Obsidian. Для этого нам нужно зайти в настройки, они находятся здесь на нижней панели. Нажимаем, заходим в редактор, спускаемся вниз, режим работы, «Закрывать теги Markdown», включаем. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите следующих роликов.